девочек и 12 мальчиков. Мы пришли из школы, из разных садиков. Мы здесь подружились. Очень разные, но дружные. Нас подружила наша школа, наша учительница Диана Васильевна. Мне нравится литературное чтение. Мне нравится математика. Мне нравятся труды. Мне нравится рисование. Мне нравится окружающий мир и музыка. Мне нравится русский язык. Мне нравятся уроки музыки. Мы не только учимся, а играем. Плятки, московские плятки. Догонялки, вышеноги. Мы участвуем в разных школьных мероприятиях. У нас был праздник первого звонка. Мы ездили в театр. Мы ездили на заимку. Мы отмечали 8 марта. Пили чаепитие. Мы ездили на заимку. Отмечали? Отмечали праздники? Отмечали праздник папа. Праздник букваря. И мы еще отмечали праздник первого звонка. И мы еще... И когда надо не выкрикивать в школе, а надо руку поднимать. Я не хочу вернуться в детский сад. Или хочу? Не хочу вернуться в детский сад, потому что там грустно, а там в школе можно научиться рад всему. Вернуться в детский сад, потому что там весело, а в школе нет. Я не хочу вернуться в детский сад, потому что туда ходят только малыши, а мы уже взрослые. Я хочу вернуться в детский сад, потому что там можно спать. Я хочу вернуться в детский сад, потому что там много игрушек. По-моему, лучше в школе. А чем лучше? Мы тут узнаем новое, пишем, читаем, развиваем ум и руки. Только учитесь, а развлекаетесь как-нибудь? Если только на физкультуре. Играем, бегаем. Развиваемся. Если бы тебе предложили сейчас пойти опять в детский сад, ты бы пошел? Если только на 5 минут. Молодец.